Сергиево-Посадском городском округе сотрудники полиции навестили и поздравили ветерана МВД с юбилеем. Сотрудники УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу поздравили с 75-летием ветерана МВД России, капитана милиции в отставке Раису Александровну Чернышову. Раиса Александровна пришла работать в органы внутренних дел в 1975 году в Загорский городской отдел милиции, где служила в инспекции по делам несовершеннолетних. Закончила службу в 1994 году в должности старшего инспектора отдела по предупреждению правонарушений несовершеннолетними ОВД Загорского горисполкома. Сотрудники УМВД навестили именинницу и поздравили ее с днем рождения, пожелали крепкого здоровья и долголетия, а также от имени начальника управления поблагодарили за многолетнюю службу в системе МВД России, активное участие в работе ветеранской организации и общественной жизни УМВД и вручили подарок. Сообщи, где торгуют смертью. В целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактики их немедицинского потребления, а также консультации и оказания квалифицированной помощи в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых, на территории Московской области в период с 15 по 26 марта проходит общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». Сообщить о преступлениях или правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков вы можете по телефону дежурной части ГУ МВД России по Московской области 609-49-52 или по телефону дежурной части УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу 540-18-39. Оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток-семья». В целях организации досуга и занятости несовершеннолетних, выявления родителей или иных законных представителей, ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по содержанию и воспитанию детей, жестоко с ним обращающихся, выявления взрослых лиц, совершающих противоправные деяния в отношении несовершеннолетних, на территории Московской области в период с 22 по 26 марта проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток-семья». Вы можете сообщить обо всех преступлениях и антиобщественных деяниях, совершенных несовершеннолетними или в отношении них, по телефонам дежурной части УМВД 540-18-39 или 540-25-62.